В общественной приемной партии «Единая Россия» прошел прием граждан. Наиболее частые вопросы касались благоустройства дворовых территорий, людей волновала ситуация с уборкой снега на улицах. Один из острых вопросов касался жилищных условий. Все мои права нарушены руководителями этих организаций, то есть Магадан электросеть, департамент и управляющая компания. Среди обратившихся к мэру города Магадана была Аля Сергеевна Толкачикова. Она является ребенком войны, ветераном труда. Среди тревожащих вопросов, связанных с жильем, она также заинтересована в получении сертификата на выезд в центральные районы страны. Мэр Магадана пообещал провести тщательные проверки и помочь. Спокойно, вот сейчас идет формирование бюджета на 2022 год, формирование плана благоустройства на 2022 год, и мы все равно суммируем все обращения, которые есть, и стараемся сделать так, чтобы по максимуму все-таки спрос граждан на комфортные условия проживания был удовлетворен.